Ровно 45 лет тому назад в Тегеране открылся музей современного искусства по приказу императрицы Фарах Пехлеви. И проектировал здание известный иранский архитектор Камран Диба. Музей современного искусства в Тегеране считается одним из самых больших ценных коллекций западного современного искусства за пределами Европы и США. Вот внутри показываю вам, как спроектировано здание музея. Основная часть музея находится под землей. Здание будто олицетворяет собой оазис пустыни и напоминает некий подземный бункер, где можно спастись от палящего солнца и охладиться. Для освещения внутренних помещений используются большие окна на крыше. Как эти миниатюры рисовали? Сначала расчерчивали, да? Искусство рисования миниатюр в Иране имеет долгую историю. Научившись иллюстрировать книги у китайцев, иранцы позднее полностью изменили орнаментовку, цветовую гамму и сам способ рисования в соответствии со своим талантом. Достали Энди Уорхола, сейчас пойдем посмотрим на него. Никогда еще не видела его работу вживую. Уорхол снял небольшой фильм «Человек ест грибы». Энди Уорхол — американизированный вариант словацкого имени Анджей Вархола. О нем трудно сказать что-то новое. Настолько король поп-арта знаменит и любим во всем мире.